Не только у старшеклассников бывает последний звонок. 17 мая в библиотечно-культурном комплексе Кировского района прошел последний звонок у 4 класса школы номер 539. Мероприятие назвали «Здравствуй, лето». Ведь уже совсем скоро ребят ждут летние каникулы, новые встречи и знакомства. Сегодня они делают такой вот заключительный концерт, потому что они заканчивают начальную школу. Класс. В этот день выпускники начальной школы получили свои первые дипломы. Сам праздник состоялся благодаря участию театральной студии «Картонный домик», в которой ребята занимаются или участвуют в мастер-классах. В концерте не было ни одного похожего номера. Школьников развлекал волшебник, страус, клоун, платочек-канатоходец. Под задорную музыку сплясали курочки, которые успели трансформироваться и в собак, и в ворон, и даже в треуголку, а на самом деле были подушками. Такие мероприятия полезны не только для артистов, но и для самих зрителей, как элемент воспитания. С детьми, конечно, приятнее, интереснее, потому что они, фантазия у них безудержная, они всегда рады. И, неблагодарные зрители. Помимо приятных впечатлений от концерта, в этот день всех гостей ждал праздничный стол с угощениями.